Уже в седьмой раз караван милосердия от Ассамблеи народа Казахстана Азатной Казахстанской области выезжает в путь. За время карантина волонтеры оказали помощь порядка тысячи нуждающимся семьям. Продуктовые корзины, медикаменты и средства первой необходимости волонтеры отвозят пенсионерам, ветеранам, многодетным и малообеспеченным семьям. Каждую неделю караван милосердия объезжает областной центр, чтобы оказать посильную помощь населению в период карантина. Участники каравана милосердия говорят, что именно в это сложное время для людей волонтерская деятельность заметно активизировалась. Всю неделю они готовят список и продукты, а каждые выходные объезжают порядка 100 семей. Очень много добродушных, отзывчивых людей, которые готовы служить, помогать людям безвозмездно. Это очень, конечно, трогает, потому что в такой трудный период многие боятся, изолируются, но большая часть, конечно, готовы помочь. Ни для кого не секрет, что в период карантина на улицу уходить могут лишь работающие люди, а также совсем недавно было разрешено гулять во дворах с детьми. Для того, чтобы как-то скрасить период самоизоляции, жители одного из домов по улице Ульяны Громовой устроили для своих соседей настоящий праздник с песнями и красивым оформлением. Видно, так сложились звезды когда-то, и родился я в прекрасной стране. Казахстан – моя судьба и отрада. Где есть дружба, там есть победа. Поэтому мы сегодня решили, чтобы вы посмотрели, какая красота дома. Вот рядом этот дом, соседние дома все украшали, чтобы наши дети, наши бабушки, дедушки все радовались этим. Сам солист говорит, что сидеть на карантине очень сложно, особенно тем людям, чья жизнь заключается в движении. Начинающий артист нередко радует своих близких и родных творчеством, а вот для соседей он пел впервые. Проводить карантин с пользой решили жители еще одного дома в 4-м микрорайоне. Они не только украсили свой двор к празднику единства народа Казахстана, но и провели мини-субботник. По несколько человек из каждого подъезда вышли на уборку территории, не нарушая карантинного режима. Видите, день прекрасный, солнечный, действительно праздничный день. И настроение такое же праздничное, хотя не можем мы, к сожалению, выйти на площадь, пройтись всей такой огромной массой народа нашего Приуралья. Но тем не менее, каждый двор, я думаю, в городе не сидит дома, а делает что-то полезное для нашего города, для своего двора. Необходимо отметить, что несмотря на то, что в нашей области ослабили карантинный режим, волонтеры обещают, что продолжат помогать своим подопечным. Юлия Мутылова, Рустем Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжейк.